Я так ждала тебя, Вова, я смотрю на тебя в телевизоре ты, а я на диване, в городе это зима. Скоро выходы всем, и входы завали. Мочаги сломанская, моя любовь. Я так ждала тебя, Вова. Найду какой-нибудь повод, скажу ей, ну здравствуй, Рома. Она мне скажет, ну здравствуй, Вова. Надо как-то отношения с ней налаживать. Я скажу, как ты вообще жива-здорова. Она мне скажет, вообще Володька хреново. И начнет рассказывать. Вот как вчера, к примеру, заходил в Тарантино, нажрал, говорит, ты просто приставать ко мне, пьяная скотина. Я ему строго, так, конечно, тогда ответил, Квентин. Может, ты, конечно, говорит, ты не заметил, но вообще-то я жду Володьку из России. Хотя, говорит, вообще заходить не проси. Вот такая вот история, друзья. Пару бывает не до смеха вообще. Короче, было трудно без тебя, Вован. Хорошо, что приехал. Я так ждала тебя, Вова. Спасибо, друзья. Для вас по-прежнему играет группа «Веселый день».